Сузука Витара с 15 по нынешние дни. Сейчас бампер передний покажу, как снимается быстро, потому что их мало и видео по ним мало. Снимаем бампер, ставим сетку. Вот, вот эту штуку снимаем сначала. Здесь клипсы. 4 клипса сверху. Вот. 1, 2, 3, 4. И вот здесь вот защелки. Аккуратно защелки. 5 защелок. Вот их отверстия. 1, 2, 3, 4, 5. Так, по низу. Вот здесь снизу бампера. Вот крепление. 1, 2. И так и далее. Вот они. Везде крестовая отвертка. По началу идут вот такие. Посередине, то есть. Вот такие светлые. А по бокам идут вот такие темные. Такие же темные стоят вот здесь вот в уголках. Чтобы сюда добраться, надо снять вот этот защитный пластиковый чехольчик. Чехольчик стоит вот на таких клипсах. Легко снимаются. И вот они. Здесь... Получается, так, так вот он стоит. Вот защелки. И вот здесь вот клипсы опять пошли. Хлоп-хлоп-хлоп. С клипсами аккуратно, потому что они вот такие вот. Можно посадочное место раздербанить. Вот все это. Можно их целиком не снимать, снять только переднюю часть, которая на защелках. Все, бампер. Вот здесь стандартно отщелкивается. Щелк. Вот здесь вот. Из кронштейнов. Вот здесь фишечка под ключ на 10 М6 болтики. И вот бампер, он как бы вот так вот. Надо туда, вовнутрь и наверх. Вот здесь вот стоит защелка. Типа крючка. Вот два крючка. 1, 2. И как бы все, зашибись. И вот здесь вот еще вот такие штучки. Тоже защелки. Они отверткой поддеваются и снимаются. Все, снял все это. Бампер легко отщелкивается. Остается отделить вот здесь вот кронштейн. А не кронштейн, вон он. Видно. Разъем противотуманных фар и электроники бампера. И как бы он легко снимается. Больше ничего не снимается в бампере. Больше разъем один, электроника вся через него проходит. Вот здесь вот клипсы были, хоп-хоп. Если вам не надо снимать подкрылки, можете вот это не снимать целиком. Ладно, короче, здесь вот окна очень неудобно сеткой закрывать. Не к чему. Можно, конечно, заморочиться, нафиг все просверлить, шурупами закрепить, но будет такой колхоз. Я думаю, так и делают официалы. Здесь тоже вот сетка, можно под эти, под болтики подложить по краям вот к этому. Ну, тоже придется бампер дырявить. Можно сделать вот так. Мы решили, что так будет круче. Смотрится прям нормально. Четко. Ничего не дырявили, ничего не портили. Все ништяк. Погнули одну 50-сантиметровую сетку, другую 25-сантиметровую сетку. Вот. Сделали такой курятник для радиатора. Снизу подложили под стандартные крепления. Вон. Сверху тоже под стандартные и под вот этот щиток пластмассовый. Все, вот здесь стрепчики в стандартные места. Нигде ничего не сверлили, не пилили. Везде стандартные отверстия. Стандартные стрепчики. Между собой сетку тоже связали с трепчиками, пластиками, так что ничего ржаветь не будет. И ничего трястись не будет. Между сеткой и радиатором вот рука лезет. То есть даже если камень сюда прилетит, вот он. Ничего страшного не будет, не достанет никак. Вот. Вот так.